Бразилия будет сегодня сражаться с Венесуэлой. Перед последним матчем ситуация следующая. У перуанцев 4 очка. Уклюзивное начало в исполнении бразильской команды. Ну а когда еще, если не сейчас? Рабинья. Удар, гол 1-0. Да, протяга, силу. Да, да. Поддерживает. Давайте мы еще раз посмотрим. Рабинью хорош. И явно не досмотрел Андрес Тунис сейчас за Тиаго Силвой. При всем уважении к Андре Алвес. Удар по воротам! Хорош! В касание! Чуть выше перекладины. И опять Дани Алвес Рабиньо. Главная ударная сила. Хорош, Виллиан. Филипп Луис. Удар. Голкипер. Подача. Рабиньо сложился. И еще один удар. Получилось. Весьма. Хоть на Рабиньо так сыграл, да, Фермино? Рабиньо. Виллиан. Виллиан. Удар. Ждал. Не стремился уничтожать вот эту дистанцию. Виллиан, не приближаясь к соперникам, поскольку... высоким навесом. Мы видели уже разок сегодня. Можно играть. Удар по воротам. Вообще, я, конечно, допускаю, что когда Дунга впервые появился в сборной Бразилии после чемпионата мира 2006 года, где в стартовом составе пробить отсюда вполне можно. Играют доверного. Рандон поднимал руку. Подача. Ох! В расчете, конечно, на Рандона. Понятно, что не глядя исполнялась вот эта передача. Чичеро я делал. Много где, в том числе и в чемпионате Аргентины. Отбирают мяч бразильцы. И нападающий, который представляет итальянский Торино. Какое-то время выступал в швейцарском чемпионате, но в 2014 году оказался в Торино. Он... Виллиан. Подача! И опять бедный, несчастный Тунис не успел. Но зато успел Бароха. Бароха Харополе. В то время как Каутини все-таки потерялся. То ли немножко ответственность давит. Виллиан. Оле, Виллиан. Виллиан, удар! Это было прекрасно. Дальше Луис Филипп вот здесь. Как Виллиан легко расправился с Росалисом и внешней стороной стопы. Выдает передачу. 2-0 в пользу сборной Бразилии. Ранго. Удар. Джефферсон дотягивается. Четвером. Смотрите, где Дани Алвес находится. Каутиньо. Рабиньо. Затруднительно уже добавить что-то сборной Бразилии. Опасный эпизод. Можно бить. Фред из сборной, как известно, ушел. И Жо больше не. Но поскольку меня никто особенно и не спрашивает, то решайте сами, уважаемые телезрители. Но вот эти игроки выделялись. Удар. И опять. Это так неудачный мяч Силу отбил в единоборстве с Рандоном. Сильно повлияет эта Копа на трансферный рынок. И, наверное, вы уже читали про различные Эквадоры. Заняли в итоге в этом квартете вторую строчку. Выиграли у Эквадора. Какой удар хороший. Но в этом Давид Луис...
И Дани Алвес. Опять Дани Алвес выиграл здесь борьбу, причем в воздух. Удар по воротам. Ну и забивают венесуэльцы. Мяч в штангу попадает. Джефферсон еще и коснулся этого самого мяча. Ну и вот. Ну, Федор, дядя Федор, смотрите, раз. И затолкал мяч в сетку. Считает, что было положение вне игры.